Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство HTC U12+. А сейчас я покажу вам, как добавить фотографию к контакту. Итак, открываем приложение «Телефон», далее выбираем «Контакты». Здесь мы выбираем контакт, которому хотим добавить фотографию. Нажимаем на значок карандашика и нажимаем на иконку с фотографией. Далее можем выбрать либо что-то из галереи, либо камеру, либо удалить фотографию, если у вас стоит уже фотография какая-то. Я выберу камеру, так как сомневаюсь, что что-то будет в галерее. Вот, делаю какую-нибудь фотографию. Нажимаю на галочку и нажимаю на галочку. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.